Кто хочет приехать ко мне, увезти меня, пожалуйста. Вот, сделайте заборы, как бы, и я поеду с тем на край света. Хоть куда, кто построит здесь новые заборы. Вы понимаете, насколько максимально невыгодна эта сделка? То есть ты сначала должен приехать к ней, починить у нее там забор сделать, да? А потом еще забрать ее, и ее, конечно же, что сделать? Обеспечить, накормить, одеть, ухаживать за ней. Ну, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Нормально они так разошлись, блядь. Неужели до сих пор у них в голове есть, что мужик должен прямо, не знаю, весь извернуться ради того, чтобы она была с ним? Шлюта.